Всем привет. Так, сейчас я буду заниматься непонятно чем. А именно... Не-не-не-не-не, куда ты сразу начинаешь? Стоп. Как выйти? Да уверен. А именно проходить... О боже, проходить... Тоху 1 на Лунатике. У меня это не получится. Но мне просто так нравится здесь, ну вообще понравилась игра, музыка нравится, все нравится. Я поставлю максимально жизни, но мне все равно это не поможет. Захват не торт. Странно. Да, поставлю максимально жизни, но мне это все равно не поможет. Никак. Попытаюсь, сколько смогу. Сделал музыку тише. Да, Тор, привет еще раз тебе. Поехали. Я вроде бы установил японский шрифт, если что. Так, сейчас вспомню, что тут у нас. Как тут вообще все это играется-то, я уже забыл. Управление тут такое, конечно, своеобразное очень. У нас карта. А на какую кнопку взрывать-то? Это карта, а это бить. А взрывать на какую кнопку? Что-то я же не помню. О, это плохо. Не помню, на какую кнопку взрывать. Странно. На обе сразу, что ли, надо нажать? А, вместе? Ок. Невыгодно тут сразу много карт сбивать, потому что много пулек начинает лететь. Не то. Взрыв. Босс.
И вот оно. Ух! Ой, сейчас веселуха будет. Хорошо, что тут можно пульки отбивать. Привет, Катфет. А почему бы мне бомбу не заюзать? И еще одно. Один удар, по-моему, остался. Да. Тоху, там игр много. Там последний, ну где-то там больше 20 игр. Хотя последний номер 14, но их больше 20 игр. Так, мы выберем Макай путь, потому что он true. Тот ли очков? Котфет, да, ну я только 6 штук прошел, с 1 по 6, все классные. Но у них, если ты не видел другие, то имею в виду, что у них у других геймплей не такой, как здесь. Это как бы уникальная в своем роде первая часть вот эта. Но она, по-моему, очень классная. А другие там эти дамаку шутеры, в общем, ну эти скроллеры, шутан скроллер японский, с очень большим количеством пулек на экране. Не в ту сторону толкнул. Да, можно бомбить. Привет, Снап. Котфет. Они выходили. Первые 5 частей выходили на NEC, ну, компьютер NEC PC, в японский такой есть. Это почти что как наш обычный компьютер x86, но там некоторое железо было чуть-чуть особенное. Все остальные выходили под обычный x86, под Windows. Это Rayman, да. Но тут как бы это же самая первая игра, тут еще она не сформировалась так, как в других частях. Да не, Снап, проблема будет в основном на последнем боссе. Ну, на предпоследнем тоже доставит, конечно. Но на последнем вот будет просто нереал. Так, одна осталась. Ну. О. О, бомба ап. Ну, используем сразу. Итак, второй босс. А, и сразу попался. Да, тут уже интересно. А, вот эти же ракеты, вообще не пойми, как уходить от них.
Вот и первый Game Over. Так, что там пишет? Катфет, да, сюжет есть, крайний японский сюжет. Там Рейму Хакурей, это жрица храма Хакурей. И, в общем, там связано с религией вот этой всей, такой, какой-то языческой вроде, или какой-то японской, я сам не пойму. Ну, типа, она изгоняет каких-то там духов, что-то такое. Ну, в общем, такой чисто-чисто японский сюжет, вот, с их атмосферой. Причем, если тут даже диалогов нет в этой части, то в следующих частях там и диалоги есть, как бы даже. Там два босса, один из них легкий, тот как... Снап, я пошел по Макае пути, который истинный вроде как. Ну, типа, по сюжету истинный. Ну, в общем... Короче, где босс сложнее 100-500 раз, последний. Да что ж, ну нет, я говорю, странный стрим будет сейчас, потому что я абсолютно не умею проходить это, но поставил лунатик. А, я думал, разобью. Опять эти не очень. Да что ж, надо было просто вправо пойти. А, это я помню. А, как? Ну да. Блин, не ту кнопку нажимал. Ну да, вообще-то. Я думаю, что японцы, они по умолчанию только на лунатике могут пройти с рождения. Наверное, потому что надо играть целыми днями, не спать. Даже ночью, чтобы это пройти. Примерно такой смысл. Буду тут бомбить на этой фазе. Ну, нет. Хотя, надо же было бомбить, что-то я остановился. А вот тут я не успел уже просто. Сейчас, я еще не сосредоточился, я пока чат читаю. Нет, Тор, он спрашивает не то, какой смысл, ну, что означает этот режим, а почему слово само. Ты не понял вопроса, видимо. А, да куда же я в одну пульку-то единственную попал? Вот эти ребята жесткие. Да что ж это?
дало, ну это тупо. Так. Как, чё ж тут сделать бы такого? О, как обычно, этот Ниянь убивает саму Рейму. За шариком засмотрелся. У японцев есть надпись «Упростить тренировочный уровень». Ну, может быть. Да лол. Куда я подошел? Ну, с такими успехами понятно, да, сколько я буду проходить. И это еще легкий босс, который, в принципе, на нормале проходит за несколько попыток там буквально. Мне как бы еще надо глаз еще тоже дамажить, а не только уходить от удара. А, ну блин, не в тему. Блин. На-ка. О, да ладно. Ну давай, Снап, пока. Мариса вроде бы во второй части появилась, как в качестве врага. Итак, 11 уровень. Поехали. Опа. И все. ГГ. Они с Рейму друзьями потом станут. Да. Короче, ладно. Ну, хотел нормальный уровень пройти, бомбить слишком неинтересно. Ну, тут, по-моему, надо по-любому. Это жесть какая-то. Блин, он прям меня отскочил. На, лови тогда бомбу. Thank you.
Так, 14 уровень. И после этого начинается боль. Потому что вот того босса... Вот того босса я даже на нормале еле прошел. Конечно, по сравнению с последним он ничто, но... По сравнению с предыдущим он очень мощный. Она. Куда-то. Последний изи, да? Особенно на лунатике. И вот она. Обожаю саундтрек. О, это же была легкая фаза. Я буду, естественно, сливаться даже на легких. Я буду на всем здесь сливаться, просто, по-моему, на всем. На каждой атаке. Вот это вот я уже вряд ли пройду, возможно, даже за стрим. И да, стрим там галочка без комментариев стоит, и возможно, что я скоро отключу микрофон. Там, может, тут будет немножко шумновато. Ну, невозможно, а это в любом случае произойдет рано или поздно. Никак тут... А, бомб не было уже. Что? На-ка. Ох ты ж. Как-то близко очень. Честно, когда в летучую мышь превратится, это будет просто вообще печалька. Там, по-моему, размикрить нереально. А атакует нехило. Есть. Есть. Всего лишь одна бомба дается после смерти. Вот, летучая мышь. Да ладно, я попал в нее. Бомба! Да, там у нее оставалось тоже. Наоборот, на лазерах я ухожу под тупой угол. Да, тут я вообще не понял, как надо было делать. Так я еще что, пульки могу уничтожать карты, что ли? Лол. Что такого не помню. Не, ну это удаляю, это я уже плохая попытка явно. Можно было уйти, но я не был готов.
Да вот шариком прибило. Ну там вообще непонятно было, куда уходить. Можно было, в принципе, и не взрывать, ну ладно. Да, жизни-то и не осталось уже. А чё он в летучую мышь-то не превращается? И на, ещё бомбу получай. Есть! Странно, почему он в летучую мышь не превратился? Ну, мне это не важно, в принципе. Ну все, у меня остался последний босс. Ну, в смысле, вот эти уровни, ну, я их так или иначе пройду, да. А вот последний босс, это... Да, мыши не было, походу, потому что я слишком быстро убил. Каким-то образом. Вот сейчас полетит сколько всего-то, а. А, какая... Единственную пульку попал. Ой, лол. Ну что ты, ну... А чего, бомба даже не уничтожила эту карту? Ну вот, из-за того, что бесконечные континуумы, поэтому мне, в принципе, пофигу на такие вот казусы. А вот если бы у меня была цель хорошую концовку открыть, то это была бы проблема. А, у меня бомб нету. Ой-ой-ой-ой, зажимает. О, нет. Ну, задолби эту карту уже, лол. А, что за не очень? Бомба? Ну на. На-ка еще бомбу. Одну карту бомбить, но что-то не хотел жизнь терять, а вот там был шанс. Опять же, жизнь дороже, чем бомба. 19 уровень, ну вот печалька, все, последний уровень перед тем, что я не пройду сегодня. А, отсюда тут платформы, я их не заметил вначале. Опять харяб. А, меня камень убил.
все, приехали. Сейчас. Этот экран мы долго будем смотреть. Ну долго, в смысле много раз. Много-много. Здорово. А, точно, тут же эти психованные лазеры с самого начала. А как это размещикарить? На нормале это было довольно просто. А здесь что-то я вообще не понял. О, сейчас начнет кидать свою ерунду. Так, минус. А почему бомбу не завязать ради прикола? Что это за фаза? А, и плохая фаза. Ну, понятно, я еще не с полными жизнями начал, поэтому тут особо надеяться вообще не на что было. Да. Манера забиваться в угол? Не знаю, где-то такое заметил. Походу, эта фаза придется бомбить. Я не знаю, к тому вернуться. Ну, я вижу, там можно, но это очень микро, очень микро. Я тут любую фазу, походу, бомбить надо. Опять эти лазеры? Да ладно. Чего это вдруг? Да это не... это что-то нечестно. Хотя даже неизвестно, что лучше. А, накинул свою букашку эту. На. Да опять. А там еще вторая же фаза. Ох. И ее без бомб пройти на лунатике, ну ладно. Короче, не знаю, мне кажется, безысходность полная пройти этого босса. Две бомбы? Да чё? Лол. Это перебор. Да, она не попадает вообще.
А прикол, оно бы меня и так не задело. Блин. Жесть полная. Не, не знаю, вот это здесь замикрить, это ну просто... Это ж как надо вообще, я не представляю. Учитывая, что управление довольно-таки резкое. Опять накинула. Я забываю про это, и тем более еще и не вижу. Ну да ладно, что-то. О, это самая легкая фаза, и я почти зафейлил. Немножко повезло. Прям убило камнем. Блин. Да не, у нее там еще жизни, пипец. При этом у меня нету бомб. Ну, короче, понятно. Тренировочный забег. Да ладно! Вторая фаза, но это, конечно, без шансов, скорее всего. Блин, эта музыка самая офигенная. Чего? Да ладно! Чего? Это все? Лол. Да ладно, на Лунатике прошел, хоть и с континуумами. Блин, а что за фигня, я не понял. Да, это как назвать-то? Я не знаю, повезло? Что-то я вообще, честно, не понял. Я на нормале проходил этого босса 2 часа где-то, или больше. Try to know continue, ага, на Лунатике.
Ну чё, первая току пройдена на Лунатике. Погнали марафон. Я этого не говорил. Все, на этом конец. Я не ожидал. Я прошел за 42 минуты первую току на Лунатике. Вообще какая-то непонятка. Ну, пройдено, значит, пройдено. Всем пока, спасибо, что смотрели.